Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте вводить мой ник при регистрации. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне. За него получите очень хорошие плюшки. Как вы поняли, сегодня у нас будет новое видео. Да, пацаны, как всегда, казик. В принципе, без казика никуда. Поэтому сегодня я пойду в казино на 2 миллиона, как я делал это недавно. И хочу поднять хотя бы где-то 5 миллионов. Вот если 5 миллионов подниму, это реально будет по кайфу. Потому что у меня всего 2 миллиона есть. И если я солью, то это все просто. Это будет полная жопа и придется продавать дом. Поэтому поддержите меня лайком. Также, кто не подписан, подписывайтесь на канал, потому что я очень хочу добить до лета 20 тысяч подписчиков на канале. Поэтому, кто не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Все, пацаны, я, короче, благополучно доехал до казино. Там есть люди, но они играют в карты. Поэтому сейчас будем ждать, кто будет играть именно в кости. Можно, конечно, и в карты поиграть, но это просто будет очень долго и придется ускорять видео. Поэтому я думаю, вам это не особо понравится. Сейчас, короче, будем ждать людей. Капец, ламба, блин, такая пиздатая. Вот я ее не хочу пока что продавать. Я ее покупал, по-моему, за 42 миллиона или за 48, я уже не помню. Ну, блин, она реально пиздатая просто. Я уже жду, пока добавят новую карту, чтобы снимать для вас трюки. Потому что в новой карте будет новый маппинг, новые локации, и можно будет поделать реально крутые трюки и классные. Поэтому поскорее бы уже вышло глобальное обновление. Контент просто попрет, пацаны. Реально будет очень классный контент. Бля, видите, мы только вдвоем играем, и это не особо прикольно. Типа, блин, я могу сейчас в любой момент слить бабки. Сейчас давайте посмотрим. На 5000 обратно залетаем. 5,3. Блядь. 5,4. Просто его выиграл, блядь. На 5000 просто играем с ним. У него еще голосовой чат работает, это реально прикольно. Давайте на 3000 сделаем. Я создал на троих. Давайте на 5000 туда втроем. Блять, лишь бы ему меньше выпало. Сука, ебать, ему меньше выпало. Так, а сколько у меня фишек вообще? 3 миллиона у меня, да? У меня 3 ляма, пацаны. А у меня было 2 ляма, то есть лям я уже поднял. Так, 1900 втроем. Давайте сейчас играем. Ну, залетайте кто-то еще. Бля, я уже в принципе в плюсе. Там чувак вообще какие-то задатки пошлые загадывает. У меня сейчас 3,5 миллиона. Я думаю, пацаны, можно уйти, в принципе. Потому что, ну, играть до талого я не хочу. Так, вот, лям забираем. Ну, типа, лям 500 поднял, я считаю, это неплохо. Сейчас поедем, может, на рынок что-то себе купим даже. Может, какую-то машинку. Поэтому не переключайтесь. Итак, я благополучно приехал на Нашан. Правда, чуть разъебался, но то все фигня, пацаны. Так, давайте заедем, посмотрим, что у нас тут продается вообще. Так, у нас здесь есть интересные автомобили. Сейчас посмотрим. Там семерочка стоит. Блин, я бы себе на самом деле купил бы классику. О, агрошкольник. Потому что классика это заебись. Но, блин, 1 миллион как бы это дороговато. Нет, я на тебя агрюся. Это ты агрюся. Агрошкольник. Разборочки какие-то непонятные, так. Ну это хуйня, 600 тысяч, типа, ну блять, ни о чем вообще. Камру я бы купил, Камри я бы купил, но она дорогая, мне не хватит. Ну бля, выбора особо нету. Вот эта тачка у меня была, ее за 9 лямов продают. И где все машины нормальные? Я просто в шоке, реально. Я просто в ахуе. Ну что ж, пацаны, можете меня поздравить, я купил просто лютый аппарат, получается, это ИЖ. Но кто подписан на мой канал давно и кто смотрел мои влоги, те поймут, зачем я купил на себе ИЖ. Потому что, кто не в курсе, я снимал летом влоги. И я почти все лето катался на мотоцикле ИЖ Планета 3. И я решил себе его купить. Купил его за 700 тысяч на авторынке. Ну, типа, вы скажете, вот это дорого для мотоцикла, но, пацаны, на родине такая экономика, поэтому это вполне себе адекватная и нормальная цена. Сейчас поедем, короче, прокатимся. Максималка у него довольно-таки хорошая, 150, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, типа, это советский мотоцикл, и, по сути, в игре он столько и должен ехать. Я и то максимум, наверное, выжимал сотку в реальной жизни на этом мотоцикле. Ну, типа, 150, мне кажется, это уже прям очень жестко для этого мотоцикла, и в реальной жизни он столько не поедет, мне кажется. Хотя, возможно, с завода он и поедет столько. На похожем я катался почти все лето, и я просто кайфовал, снимал для вас влоги, там, покатушки и так далее. Поэтому, кто не смотрел, можете найти на канале, в принципе. Сегодня мы подняли, получается, лям 500 в казике, я купил себе мотоцикл за 700 тысяч, и в любом случае я остался еще в плюсе на 500 тысяч, то есть, как бы, деньги я потратил, но, как бы, у меня еще остались деньги, то есть, я в любом случае ушел в плюс и купил себе замечательный аппарат, на котором я буду колесить по области. Все, пацаны, всем пока-пока.